так это стандарт. Стандарт. Он чуть побольше. С нами сегодня едет Константин. Наташа. Здрасте. Наташа немножко поснимает, вы не стесняйтесь. Я уже вас видел. Потом интересно будет смотреть. Вот это вот соболь Костя. Он новый, грузовой. Поставлю на сиденье, да? Амортизация. С амортизацией. Это вот эта вот подушка, да, такая? Это пружинный амортизатор. Ничего себе. Первый раз вообще такое вижу. А это не подушка, это просто как бы кожух. Так, это вот у нас Газель Славы. Он себе сделал, во-первых, разварки, чтобы уйти сзади от спарок и поставить одиночное колесо. И вот сейчас он находится под автомобилем, проводит очередное техобслуживание. Обычное положение водителя Газели. Да. Нужно подтянуть болты на кардане. Вчера была замена со шурсовых на крестовин и... Болтики сейчас с гаечками надо подтянуть. Едем мы сегодня камень Дыроватый. Это древний уфалейский там хребет проходит. Это скала стоит, стена такая. И наверху дырочка. Вот, проедем немножко тут через лес. Рядышком там еще есть скалы Воробьины или Воробей. То есть их посмотрим. И два варианта. Посмотрим, какая дорога уходит на Мариинск. Если все нормально, выедем там, чтобы не возвращаться по своим пути. Если там дорога плохая, то вернемся здесь. Все, то есть там у скал уже пообедаем, покушаем, отдохнем, погуляем, пофотографируем. Все, давайте. Сейчас пока я, наверное, первый поеду, а там уже в лесу перестанемся. Слава.
Алёш, как тебе твоя новая пилочка? Пилит. Приехали к скалам Воробей, разворачиваемся немножко на кости диагональ. Куда идете? К скалам Воробей. К скалам Воробей, да. Доезжая до Беловатого камня. Ну вот они, скалы Воробей. Вот такая у нас скала Воробей. Небольшой подъемчик. Там ждет скала. А там слава. Вот такая панорамка с высоты Воробьиного камня. Вот тебе и тренировочка. Да. Я вот думаю, это, если вот оттуда подниматься, там, скорее всего, пологий спуск. Ну, это, наверное, там тоже. Что да. Саша скажет что-то. Ну, как тебе, Лёш? Ну, мы тут не были, прикольно. Местечко. И обзор даже, да? Да. Не так высоко, и не так далеко. Вот. А? Думали, вот это вот всё. Он чисто. Сама освободит, должно хватать. Если не хватает объема сок, моторчик, блядь, это надо, а все остальное это мелочи. Сливаются и начинается опь. Так, все, вернулись мы к машинам. Сейчас доедем до
дыроватого камня и пообедаем. Время кушать. И потом поедем дальше. Так, почти приехали мы к дыроватому. Здесь вот березки понатыканы слишком близко для нас. И я не поместился, проехал в объездочку. Сейчас вот дальше будет Константин. В принципе, по моим следам тут можно нормально пройти. Так, все, Костя прошел. Сейчас слава будет. Я немножко задел диском. Можно повредить костями. А он же пол задел вот этот. Вот стиркал уже, да, принести, я порвался. Что мы обратно то другой, здоровый, да, поедем? Нашел колпак. Сделаем сюда, на Мариинскую. Угу. Приехали мы на Дыроватый. Небольшой пикничок. Вот он, камень дыровастый. Ну вот мы со Славой на вершине дыроватого камня. Слава, ты в портал? Я уже там был, могу еще раз. Давай. Тут вот существует легенда, кто пройдет через этот портал, тот обретет себя истинного и будет легче достигнуть просветления. Ура! Слава, пришел. К нам поднимается Алексей. Для обретения силы и мощи. Да. Залезла-то. Так? Ну и как? Чувствуешь мощь и силу? Чувствуешь, чувствуешь. Молодец, поздравляю с трансформацией. Ну и вот туда посмотри, как красиво. Едем дальше? Да, сейчас надо подождать, когда разберутся. Куда поедем? А? Куда поедем? Едем мы в сторону Мариинскую. По пути у нас будет еще
еще какой-то воробьиный и дегтярские воробьи. Погода чудесная. Солнышко. Красивый лес. Время еще 3. Все, Костя, на мостах? Ну да. Присел. Шагом, ты понятно, шагом.
ведется видеосъемка. Штраф приходит место проезда. Денег уральской флоры. Осторожно. Ну хоть сегодня хоть тепло, можно на вершине постоять. Кто там? Не то что на острове, да? Да, там-то нормально. Итак, прибыли мы к еще одной локации, Дегтярские воробьи. Припарковались. Вот они, скалы. Они выходят у нас на другую сторону хребта, поэтому сейчас виды у нас будут иные. Сергей карабкается. Внизу Александр. Оу! У нас повыше. Вот направо полянка хорошая, туда если уйти. Там широко, с правой стороны, там полянка. У вас, Слава, же клубные наклейки. А-а-а. Можно какую-нибудь эту ржавчину заклеить будет. Ну, сначала протереть хорошенько. Ну, не сейчас. Константин, у нас клубные наклеечки есть. Посвящение. Если вдруг куда-нибудь, да, можно приклеить. Где-нибудь дырку заклеить, да. На обоях. Заклеим. Смотрим геометрию. Большое препятствие.
Леш, посмотри, какие копыта. Посмотри, какие копыта. Лось ходился. Лось, да? Это? Ой, я так что туда заехал. А его снесло? Конечно, прямо. Иди сюда. Давай чуть вперед, чуть назад, чуть вперед, чуть назад. Вот. Офигеть, копыта. Ну, Славе-то раскопали. Что-то зря ты, Слава, надо было по колее, наверное. У меня штурман есть. Сейчас пусть толкает штурман. Вот и вы в колее. Так, впереди у нас там глубокая колея. Константина у нас немножко стащила. Здесь вот такая она высокая. Редукторами, конечно же, мы зацепились. Сейчас Слава потащит его немножко назад. Он глубоко здесь. Даже вот паркоп. Лишь бы протащилось это все тут глубоко. И вот нам надо уйти будет вот на эту параллельную объездочку. Попробуем. Вот сюда нам надо будет выехать. Вот здесь свороточка. Пропустил, я не заметил. Дергать. Так, мало. Не буксуй, не буксуй, Кость. Да-да, сейчас он разгонится. Сейчас наберет скорость. Сейчас еще рывочек будет. Выскребли, сняли добротный слой грязи. Смотрите, тоже, видимо, это глубоко. Популярная дорога.
Как, Леш, поедем? А? Как поедем? Ну, сейчас объедем с левой стороны, это бревно, ну, что делать, я не знаю. 700 метров там до конечной точки. Так, ну что, мы еще не доехали? Нет, я просто припарковал. Ну давайте заедем. Слава, пойдем к нам. Пойдем. Две минутки снимем завершающие. Все, мы, значит, проехали маршрут от Дегтярска, получается, до Мариинска. Вот у нас Мариинск. Сегодня у нас у Константина дебют. Спасибо. Спасибо. Очень было приятно покататься. Александр Брак. Матвей. Спасибо, что присутствовали. Сегодня Слава обкатал у нас задние разварки. Передние тоже. И передние тоже. То есть все машинки сегодня ехали достойно, было интересно. Немножко заблудились, пришлось через бурелом пробираться. Но ничего, все справились. Ну, в общем, интересный маршрут. Мы проехали из одной точки в другую, при этом посетили 4 интересных скалы. Вот. Поэтому все, всем спасибо, всем пока. А, и бессменный у нас штурман Сергей, чуть не забыл. Тоже спасибо большое, всегда с нами катается. Скоро соберет своего Соболя и тоже будет ездить. Так что подключайтесь к нам тоже, кто со Свердловской области, с Екатеринбурга. Будем рады видеть. Ну, всем пока. Пока-пока. Ну все, спасибо. Да, всем спасибо. Спасибо. Были рады повидаться, повстречаться. Всегда рады новым лицам. Очень интересно. Ну все, тебе понравилось? Ну, конечно. Молодец, как приятно. Давай. Да, это хорошо детям гулять так. Чем дальше, да? Ну, на скалах-то тебе точно понравилось, да? Ладно, всем до свидания. Всем спасибо. До свидания. Рады на посту. Пишите, звоните, да. С удовольствием еще примем участие в очередных мероприятиях. Всем спасибо, всем пока.